Друзья, всем привет! Сегодня интересная покраска с таким правильно халтурным подходом. Покажу уже всем давно известный грунт Highguard Sealer с его хитрой способностью добавлять в себя нужный пигмент. И в камере объясню, почему я это сделал. Значит, для работы нам нужен сам силер, хорошо перемешанный. Емкость, в которой это все будем вешать. ТДС-ка, на всякий случай, колируемая версия на кило грунта по ТДС-ке 60% базы, твердос 30% и разбавон 20-25%. Поехали! Нам нужно сейчас налить сюда, да так, чтобы ни много ни мало, давайте грамм 300 должно хватить. Вешаем все в граммах на весах. Есть 300. На 300 грамм льем 60%. Это, ну, нальем 200 так. Это уже готовая базовая краска. До 500. Так, 300, 6 на 3, 18, ну да, 200. Я на всякий случай себя пересчитываю. Краска уже разведенная с разбавителем. Это, ну, скажем так, подложку делал. Там желтячок у нас в работе сейчас. Далее, 30% 110-го отвердителя. 3×3 это 90 грамм. До 500. Давайте обнулим. Есть. 90, там чуть больше. И 25% разбавителя. 3×2, 6, 7. Это 741 стандартный. Так, 68 грамм, пока хватит. Хорошо, это дело все теперь замешиваем. И сейчас вкратце, пока в камеру не зашли, расскажу, зачем и что это я делаю. Есть РМОшка, РС-ка, заводская. По коду краски у меня ее нет. Ну, просто нету этой краски у меня вообще. Там этих РМОшек 5 штук на весь мир выпущено в этом цвете именно. Отдал я колористам. У них по коду она как бы есть, но вообще не там. То есть стреляет вообще не туда. Человек обратился ко мне с той же как бы ситуации, что ему официалы покрасили, но цвет вообще не там, ну реально горчица. Проблема в чем? Это трехслойка, прямая трехслойка, привычная, но с таким выпендрежем по низу. То есть он по формуле неправильный низ почему-то стреляет, бьется. Я сейчас делаю откраску мокрый по мокрому. Это у меня вместо грунта наполнителя мокрый по мокрому. У меня грунт наполнитель мокрый по мокрому, но уже в нужном мне цвете. Только силер леклеровский может полноценно решить эту задачу. Поэтому мы ее как бы спокойно себе применили, зная, что это такое. Все, грунт у нас готов. В камере у нас только пластик идет под это дело, поэтому берем грунт по пластику, наносим его и потом уже работаем этими составами. По краске. Это у них тестовая была эта подложка. Но я ее использую именно как подложку. То есть я сейчас сделаю подложку примерным цветом. Потому что цвет подложки, вот он. Ну уже хотя бы грунт не серый. Кину себе подложку. Потом эту подложку. И уже открашу вот первый слой. Ну да. Первый слой и второй слой. Перламутр. Обязательно берем выкраску, делаем в процессе работы выкраски, чтобы можно было ходить и сверять. Это касается перламутра. Приступаем. В двух словах, что у нас тут есть. Передний бампер полностью до пластика, ну, все, что там в сколах, перекрас. Задний, там мелкие ремонты были, но тоже идет в мокряк. Накладочки, это готовая под откраску стоит. Это ободранная с ремонтиком. Это просто под открас, потому что он в идеале, бампер.
Вот это вот, собственно, это мы не грунтуем, и крышку багажника мы не грунтуем. Все остальное накрываем этим единым слоем грунта. Грунтуемся обязательно однокомпонентным грунтом для пластика, потому что 122 не имеет адгезии к пластику. И потом уже работаем им. Здесь тоже пройду, потому что кое-где открылся пластик, когда перетирали после ремонта. То есть, если этот грунт попадает на старое лакокрасочное покрытие, страшного ничего не происходит. Главное его там не переливать. Десять минут прошло, грунт отработал, высох, можно работать дальше. Силер наносится как полутораслойный лак, то есть припыл и налили, либо как двухслойный лак, это налили, но тогда нужно дать межслойную выдержку, и еще раз налили. Это если есть какие-то вопросы по ворсу и так далее. Поскольку это пластик, который может где-то там на торце, ну, провтыкали рисочку, поэтому я буду наносить его в два слоя, на вот эти части и в один слой, точнее в полтора слоя туда. Здесь дюза 1,3, выкручу подачу на 3 оборота, давление 1,8-1,9 и поехали. Вот, ворс торчит, его-то мне и нужно залить. То есть работаю по тому же принципу, как с грунтом мокрый по мокрому автолевелом. Наливаю, высыхает, и еще раз наливаю. Наливаем.
слой высох, 10 минут прошло, наносим еще один. Нам нужно вот тут хорошо видно, что все в нормальном глянце, а тут видно вот эту шершавость от наждака. Вот, собственно, ее мы и заливаем. У меня все готово под открас. Пробежался 600-кой. Промотовал, позбивал вот эти вот ворсинки торчащие. Там, где было, грубо говоря, готово под открас, там вообще нечего убирать. То есть убирал только ворсинки. 600-ка, ковокс, и все готово. Протер, продул, протер липкой салфеткой. Вон, салфетка вся желтая. И приступаем к открасу. Сейчас будем устилать низ. Я думаю, за три слоя тут все будет укрыто уже. И потом будет перламутр. Сейчас попробуем, посмотрим, как он укрывает. Весь процесс укрывания показывать не буду, нету в этом смысла никакого. Тут главное именно укрыть. Сейчас настрою небольшие показания. 2,5 выкрутил тут, тут полностью выкрутил и 2 оборота закрутил. Много. Надо полный факел. И укрываем. По чуть-чуть, постепенно. Лучше сделать на там один проход больше и дольше, нежели перелить сразу.
Так, все, низ полностью укрыт. У меня ушло 3 полных слоя. Краска вся в ноль. Вообще впритык. Попропылял, вроде все попрокрашивал, просмотрел, прошел. Самое главное — это торцы. Торцы, как обычно, хреново затягиваются и светятся. То есть красил, красил, все закрасил. Теперь у нас верх. Верха у меня есть 0,9 литра. Тоже должно хватить. Верх, по идее, в 2,5 слоя. Но для этого и есть контрольная выкраска. Я буду смотреть. То есть я нанесу 2 своих. Сниму, пойду посмотрю на машине, как выглядит, и перепроверю. Наносим 2. Сейчас 2 наносим, потом половинкой поиграемся. Наносим уже не наливая отдельно на торцы. То есть что на них попало, то и попало. Иначе будет видно, ну, возможно, что будет видно больше налив на торцах.
Я нанес два неполных, но мокрых слоя. 15 минут просохнет. Поставим. Возьмем выкраску, пойдем посмотрим, что она нам показывает по машине. Так, теперь выключаем свет. 10 минут прошло. Просто посмотрим на то, как разложен перламутр. Под фонарем его очень хорошо видно. Тут даже под фонарем по количеству блеска просто можно сравнить, как тут блестит, как тут блестит. Заглушечки как. Нормально все. То есть фонарь нужен по-любому для этих всех вещей на просмотр. Потому что если вы под фонарем что-то увидите и исправите, под солнцем, как бы там ни хотели светить, вообще ничего не будет видно. В плане там ни прокрасов, каких-то пятен и так далее. Так, ну по количеству насыпается все равномерненько. Берем выкраску и идем к машине. Идем тоже вместе с фонарем. Так, хотя тоже вместе с фонарем у нас тут вот такой фонарь светит. Как посмотреть цвет? Облизываем выкраску. Только главное сухую. Грубо говоря, имитируем слой лака. Видим, что по цвету хорошо, но перла не хватает. То есть надо еще докидать, по моим толщинам слоев, еще слой перла надо доложить. Ну что, все открашено. Теперь надо все отлачить. Я пробежался липкой салфеткой, обтер и вперед.
5 минут. Я сейчас пойду разведу себе еще лака, потому что полный бачок на весь проход. И повторяем процедуру, только уже полный, глянцевый такой налитый слой. Этот хоть и глянцевый, но он еще не полный. Продолжаем. Теперь начнем с торцов, все уголки и потом плоскость. Ну, посмотрим на желтячок, что получилось, пока он не уехал. Собрали все в кучу. По цвету, в принципе, судя по тому, то есть по вот этому элементу, по которому мы подбирали, оно good. Но сам по себе пластик, он выпадает из общего,
из общей картины. И получается, что то есть по пластику все круто, по морде, кстати, лучше, чем по жопе, совпадение. И как бы вот видно, что в самом пластике, тот, который не крашеный, зернышко чуть мельче, чем на металле. Вот это и выпаливает всю, собственно, картину. Но колористы, в принципе, постарались, они сделали неплохо краску. То есть тут и раскидывался зерном, тут все четенько, проблем нету. А, вот видно, крашеная мной сам пластик сам по себе утягивает. Чуть-чуть в такую желтизну небольшую. И тут, что у нас получается, старый пластик, чуть-чуть как-то он тусклее. Тут что ли цвет сочнее, тут тускленький. Ну это трехслойки, вот эти вот трехслойки многослойные. Очень сложные в подборе. И колористы реально нас проклинают, маляров, когда мы к ним приезжаем с такими цветами. Я бы с радостью свое что-то сделал, но у меня вообще кода нету. И цвет, вот как машина подполирована, только под капель воды высохших. Цвет красивый, он как будто светящийся вниз. То есть видно на просвет желтое, а на бок зеленое, там где лампы не видно. Ну, это единственное, то есть чем приходится мириться, потому что угадать такой цвет в стык, ну это фактически нереально. А делать в переход лезть на крылья, ну это почти полняк. Остается вот крас. Как-то так. Мучайтесь, что называется, смиритесь. Невозможно трехслойку сделать в стык идеально. Это нужно понимать. И об этом нужно как бы знать, клиента предупреждать. Как-то так. Всем пока.